роботи та офіційно стоїти на обліку у центрі зайнятості, можете отримувати додаткову виплату у розмірі мінімалки. Щоправда, є умова. Необхідно брати участь у громадських роботах, наприклад, прибирати у парках. На цю програму до кінця року у місті виділили понад 1 300 000 гривень. Та чи до вподоби ініціатива містянам і де вона згодиться? Зараз дізнаємось. По поводу этого скажу, это хорошо. Ну, конечно, миллион, я думаю, не сильно, в принципе, много. Ну, думаю, нормально хватит. А так, в принципе, куда отправить? Ну, помимо парков, я думаю, еще, блин, ну, вот на улицах, ну, лучше самые такие загрязненные районы, типа как квартал, ну, такие окраины еще можно туда. Ну, или уже на набережку. На набережке там хоть и чисто, но все равно тоже надо. Ну, думаю, что было бы неплохо такое, чтобы было. Лучше пускай идут работают. Общественно работа это, конечно, хорошо, там убирать парки, потому что город грязный, в принципе. Но считаю, что лучше пускай люди работают. Что если у человека нет работы, нужна хотя бы какая-нибудь занятость, ну и хотя бы минимальная заработная плата для того, чтобы кормить своих детей и свою семью, это было бы замечательно. Почему бы и нет? Я вважаю, что это круто. Это круто, потому что люди будут чем-то заниматься. Это круто, когда люди чем-то занимаются. Ну, надо смотреть так, если где-то убирают, то их нет смысла туда посылать там на уборку. А если вот где-то не убрано, как здесь, листья можно там пособирать. Думаю, да, это хорошая идея. Всем надо жить в чистоте. И всем надо работать. Вот направлять, пусть работают. При коммунизме направляли на такого рода работы 15-суточников. Да, вот которых за мелкие нарушения вот это отправляли. Сейчас не знаю. Если горосполком так решил, значит, так должно быть. Во-первых, польза для граждан города – это раз. Во-вторых, возможность безработным заработать – два. Очевидно, что это очень, очень хорошо, да. Прекрасно. Так что мы считаем, что нужно залучать. Да. Чище будет и уютней. Вот. И вообще приятно будет пройтись, когда мусора никакого не будет. Вот и общественные эти организации, вернее сборы, они очень хорошо помогают в плане чистки города. Ну, это добре, якщо у нас люди, вони ж все одно отримують гроші, вони куди йдуть кудись купляти продукти, тобто економіка працює, це добре.